Всем привет! Я не забыла о ваших просьбах. Те, которые к Новому году отношения не имеют. Сегодня покажу вот такую руку. Это рука из онлайн-курса «Туманы». Тем более, что у меня есть на нее клиент. В этом дизайне немаленькую роль играют лазерные кошечки, которые я использую в этом варианте в качестве фона. Очень они мне нравятся за их полупрозрачность и дымчатый эффект. Плюс еще то, что при игре освещения они выблескивают от 2 до 4 оттенков. Это номер 03, и у него основные цвета – розовая фуксия и золотой. Первый слой примагнитила, сушу. Это 01, медно-зеленоватый. Второй слой примагничиваю в другом направлении. Черным гель-лаком прокрашиваю в зоне кутикулы тоненькой кистью и растягиваю цвет с помощью топа. Топа не должно быть много. Я сильно не стараюсь, так как это место будет все равно частично прикрыто пальцами руки. Светлым серо-бежевым оттенком рисую ладонь. Я рисую 4 одинаковых шарика. Можно поставить их большим дотсом. Эти 4 шарика должны быть расположены в нижней части ногтя. Закрашиваю и соединяю шарики. Получается квадрат с мягкими скругленными углами. Рисую большой палец. Намечаю 4 пальца на равном расстоянии друг от друга. Начинаю со среднего. Он равен высоте ладони. И самый длинный. Безымянный и указательный короче, чем средний. И равны друг другу. Мизинчик самый короткий. Поправляю, утолщаю. А теперь кожная складка между большим и указательным пальцем. Покрываю все глянцевым топом без липкого слоя. Затем смешала топ с блеском. И закрашиваю руку с объемом. Гель-краской желе мне надо сделать что-то наподобие рукава. Я делаю это кистью для градиента. Получаются как будто складки. Поправляю верх рукава уже тонкой кистью. Сушу. Удаляю дисперсию с гель-краски желе и готово. Очень жаль, что видео не передает всю игру оттенков и гель-лака и блеска. Надеюсь, вам понравилось. Ссылки на материалы в описании. Всем пока!